Здравствуйте. Настя, здравствуй, дорогая. Добрый день. Всем добрый день. Всем добрый день. Вот Настя уже села кушать. Настя, а нам нечего кушать. Мы сейчас только еще начинаем варганить. Приятного аппетита, Настенька. Так. Огородникова. Привет, Ирина. Сейчас мы как раз будем брать. Что будем брать? Ольга Коновалова. Здравствуйте, Ольга Дмитриевна. Замечательного дня, Жанночка. Спасибо. Ой, Жан, представляешь, хотела почему-то нажать на солнышко. Я подумала помахать и чуть не удалила вас. Ольга, привет. Ой, с капустой. Это мама моя обожала. Вот Ибрагимова Леся печет пирожки с капустой. Голубцы, а у меня нет духовки. Лаурочка, привет. Элисия, привет. Всем привет, мои дорогие. Где Машуля наша? Машуля, где вот она? Где Машуля наша? Как вот, где наша Машуля? Спасибо большое. Где наша Машуля? Маша, ты прошла? Маша, поздоровайся с моими. Ну, она еще... Таком вот не может пока. Так, присоединилась. Так, что у вас там? Ванечка, Ванюш, Ваня, иди ко мне. Вкусненькое дам. А может быть не дам? А ты что смотришь, Вова? Ванюш, Ванюша, это у меня, знаете что? Ну я уже позвала. Ну покушайте. Ну, Ольга, привет, Ольга, Ольга. Вот я думаю, вот у меня просят бонус. И я подумала, почему не стараются как-то заработать люди? Потому что вот мне 71 год, и я работаю. Вы знаете, я работаю. Потому что, ну, а как? Что готовите там? Я хочу... Так, Татьяна, привет. Солнце, привет. Фейсап, привет. Марго, привет. Светлана, Одесса, Света, Виолетта, привет. Лашфея. Да всем привет, Леночка. Всем привет. Всем привет. Не всех могу. Ну, Маша, что-то пошла, лапочка моя. Куда она пошла, моя хорошая? Она пошла, наверное, спать. Она не спала. Светик, привет. Она пошла спать. А я курицу поставила варить. Знаете что? Я поварила минут 15. Первую воду я вылила. Но сейчас, когда я налила вторую, не поверите, белый бульон. Ну, что делать теперь? Будем так. Главное, говорят, все выходят пестициды. Все. Ой, забыла. Я же приготовила еще, знаете что? Сейчас скажу вам. И главное, забыла. Две картошечки беру. Вот смотрите, чтобы получился вкусный салат оливье, у меня это будет называться столичный. Столичный салат. Ну, почему? Потому что когда салат делаешь с мясом, то он называется оливье. А когда с курицей, он называется столичный. Будем делать столичный. Вот. И я, ну, пока я ничего, собственно, не успею приготовить, естественно. Так что пока я сварю. Но я сейчас вам секретик маленький открою. Маленький секретик. Чтобы получился вкусный салат. Ну, вот, во-первых, вы знаете, что яйца я не ем из-за того, что у меня. Вот. Я даже приезжала с Машей в отель.
И когда там готовят яйца, все там просят простые яйца, а я всегда говорю, что мне только без желтка, или вот, ну, чтобы желток остался нетронутым, потому что у меня от него то ли аллергия, то ли что. Ну, слушайте, как хорошо я с вами разговариваю. А Риточка, Маша делает массаж? Нет, Маша сейчас не делает массаж, пока не делает. А что вас это интересует? А, привет вам большой, Риточка. Здравствуйте, из Хабаровска. Привет, скучаю. Анечка, привет. Соединилась. Ой, слушайте, вот видите, я не могу. Если я вам всем отвечаю и машу рукой, то, Раиска, ну, стараюсь, конечно. А, вы знаете, я не могу сейчас махать. Не могу сюда вот вам помахать написано, потому что я должна помыть. Самое главное, секрет сказать. Ну, вообще, знаете, что нами говорят, я всегда... Вот кладем две картошки такие. И потом покажу. Помыла морковочку. Морковка очень вялая. И вы знаете... В нашем магазине она по 114 рублей. Ой, какая грязная. Она не сошла. Грязь не сошла. Сейчас еще раз помою. Не сошла в грязь. По 114 рублей. Вялая. Ну, собственно, сварится она все равно будет вялая. Ну, хотя бы такая она приличная. Вот такая морковочка. Сейчас потише сделаю. Все. Вот бульончик закипел. Сейчас будет вариться у меня бульон куриный. Ну, вы знаете, я очень люблю. Так хочу вам сказать, что я, конечно же, сделала себе фильтр. Потому что что-то я мятая с утра. Устала. Вчера у меня концерт был в школе. Прошел шикарно. Родители так были довольны. Вы знаете, когда мальчишки пели, вот я им тоже аккомпанировала, они прям в припев стали все скандировать, прям вот весь зал скандировал. И вообще и педагоги там играли, педагоги прекрасные, и молодежь такая талантливая, молодежь, знаете, идут люди в музыку, идут работать. И я очень рада, причем очень талантливых людей набрала школа, молодежь. И хормейстеры, и флейтисты, и баянисты, народники, дирижеры. Вообще шикарно. Вот. Просто шикарно. Я не знаю. Если я сейчас кого-то добавлю, то у меня... Ой, у меня звук пропадет. Сейчас я вам секретик раскрою. Сколько кладете яиц? Вот смотрите, я сколько яиц положу на этот маленький салат. Я положу 5 яиц. Понимаете? А если я делаю большой салат, я кладу яиц 8. То есть кладу яиц больше, чем я кладу, например, даже картошки. Потому что тогда очень... Стрижка Демичева, спасибо. Стрижечка, очень хорошая стрижка. Меня так девочка подстригла, молоденькая совсем. Вот я забыла. Ну вот смотрите, сейчас я вам покажу, что я сюда положила. А потом еще грудочки, больше ничего не надо. Сейчас покажу. Выкину вот это. А, пакет сюда пока прокляну. Сейчас покажу. Вот смотрите, это у меня варится вот курочка. Грудочка вот она. Ой, сразу запотел у меня телефон. Вот грудочка варится. Ну, целенькая грудочка. Это у меня подставка под... чтобы мне было видно хорошо, вот повыше. Я на кастрюльку ставлю. Так, а вот это у меня, вот смотрите, 5 яичек.
две морковки и две картошки. Потом я сюда еще положу. Я тоже сегодня оливье буду делать. Вот это мне остались. Ой, как мне Синкина, Ирина Синкина прислала сколько всего. Ну вот, цветочков. Я что буду готовить? Я сказала, дорогие. Вот сейчас курочку варю. Сейчас я закрываю ее, пусть она себе варится. Курочка у нас. И сейчас я налью водички и будет это вариться. И с вами спокойно поболтаем, потому что... Когда я готовлю, не получается разговаривать, я ничего не читаю, ничего не вижу. Ну вот и все. Сейчас. А вы знаете, что у меня почему-то... Вообще, вот это я купила шикарную картошку, вообще прям такая картошка рассыпчатая. Ой, взяла и выключила. Господи, прости. Так, сейчас. На девяточку поставлю. Взяла, нечаянно нажала и выключила. Сейчас я пойду, наверное, с вами туда сяду. Единственное, что мне всегда волнует, что вот вы очень следите за тем у меня, за порядком. Я уже прям боюсь выходить. Думаешь, что-то не то сделаешь туда, ничего ты не туда положишь. Все следят. Так, так, ко мне быстро, ко мне подошел. Ой, сейчас я вам покажу, какие розы шикарные, смотрите, розы просто роскошные стоят, просто роскошные. Сейчас прям поближе вам покажу розочки. Сейчас, сейчас я вот так вот их, розы роскошные просто. Вот смотрите, какие красивые розы. И пахнут хорошо вообще. Так, там вот мой сыночек. Видите? Машенькины награды. Там Маша у меня где-то. Вот там Машенька моя. Вон она. Мои детки. Как, почему Машуля в стрессе? Нам очень нравятся ваши собачки. У нас Тойчик, девочка Ариша. Так, я вам показала. Все. Теперь я сажусь. Конечно. Знаете что? Я... Все время стало что-то есть. Это не очень хорошо. Подарили. Это подарили Машеньке и даже мне. Все следят за порядком. Все следят за моим порядком. За своим, может быть, и не очень, а за моим точно. А потом, знаете, вот, например, вчера я уехала на концерт очень рано. И... Ну, она вообще просто до ночи. Уже приехала, когда ночи. Да, вот соринки, говорят, не видят. В своем глазу соринки, это правда. Вот. Знаете что, я еще хотела Бабу-Ягу вставить батарейки. А там оказалось, нужно вывинчивать вот эту коробочку, в которой вставлены батарейки. Она сделана на... там надо мне крестовую эту штучку, отвертку. Но у меня есть, я сделаю и вам покажу даже, как получится. Все шикарно. Ванечка, да, Ваня. Лайла, это Ваня, вы правы. Ну вот, сейчас все у меня сварится, и будем с вами... Нет, ну, может быть, и не будем делать салат. Ну, рассказывайте, что у вас нового? У кого что нового? Как погода? Вы знаете... Погода, у нас все в снегу, вот снег лежит. И выходишь, вроде бы не так уж холодно, но руки, вот как будто вот прям такой промозглая зима, холодные руки стынут, ну невозможно пальцы. Хотя я... Ну вот, Анна пишет, за порядком следить. Ну и хорошо, что спокойно. Вот. Поэтому у нас, в общем, холодно. Я жду тепла уже, мне так хочется. Сколько время у нас? Время 12:21. Мы, Маша и клининг вызывает, и сама я убираюсь. Знаете, иногда мне не хочется, чтобы приходил клининг, потому что у нас, ну, вещей много, и... Что-то я вот думаю, ведь надо очень твердо уверенной быть за порядком.
кто будет убирать. Надо очень доверять человеку. Мне так кажется. Но Машенька вызывала клининг, и нам очень хорошо убрали. Очень хорошо. Прям шикарно убрали. Так, ну что новенького еще у нас? А в Рязани ужасный... Вот, когда ветер, даже если тепло, но ветер все равно холодный. Машка, она прям, Машуля моя, сразу замерзла, сразу домой. А Ваня сегодня так носился. Ну, не сволочь ли? Ну, вы знаете, он съел у меня туфли. Вань, ты туфли мои опять ешь? А-а-а! Извините. Оторвал вот это у меня внутри. Вот все, полностью уже. Съел всю стельку внутри, абсолютно всю. Абсолютно. И во втором ботинке, ну все, все. Это же что за пакостник такой, а? Ну вот так. Смотрите, все, все съел. Вот и внутри вот это все отъел сейчас, все съел. Ну куда это деть? Сюда на балкон положу пока. Еще крысится на меня. Еще на меня. Человеку, который тебе есть, дает. Ты еще на меня ругаешься? А? Вот такой вот нехороший. Ну вот я поставила. Все варится у меня. Так что запомните, оливье. Ой, озорник. Ну это просто ужас. Это ужас. Причем его и бить-то не хочется. А обувь жалко. У меня эти ботинки так любила. Они, знаете, на толстой подошве. Такие были крепкие, так я их хорошо носила. Я думала, они у меня вечные. Ну, Ваня на обед. Правда, Ваня на обед. Ваня на обед. Да главное, его накормил. Если бы я его не кормила, я бы выкинула этого Ваню. Ну вот, понимаете... Вы же детей не выкинете, их невозможно выкинуть. Вот что бы они ни делали, вредитель. Иди сюда. Да вы не представляете, что на полу он сделал. Он взял из-под коробки крышку, всю ее раздербанил. У нас все полы, вот вообще все вот в этой коробке. Ну, Сережка прелестный. Да, он любит общаться. Но я давно не смотрела, я не успеваю ничего смотреть, не эфиры. Да, бить тоже нельзя, потому что, вот смотрите, он увидел, что я туфли подняла, просто взяла от него туфлю, и он уже подумал, Вань, иди-ка сюда, иди ко мне, иди. Ну иди ко мне. Боится, что я его буду бить, и залез под... Иди ко мне, я тебе дам кое-что вкусненькое. Иди, я тебе покажу. Сейчас покажу, я дам что-нибудь вкусненькое. Вань, иди дам, сырочка. Ну, Вовочка, тебе дам. На тебе, на. Вань, иди ко мне. Ванечка, ко мне. Лапку дашь, Вань? Боится, что я бить буду. А, вот он, иди ко мне, на, иди ко мне, иди, Маринка, иди ко мне, иди, покажем тебя, сволочь такой, вот он, бедокур, вот он этот бедокур-то, видите, морда больше, чем моя уже стала, видите, отъел, прическа, конечно, такая плохая, прическа, уже надо стричь его, смотрите, какой красавчик, у меня... Зарядки нет. И сейчас у меня закончится. Сейчас я попробую поставить, знаете, на что? Сейчас. Ой, Господи, ну все. Не успела начать разговаривать. Только мы с вами начали разговаривать, и пожалуйста. Вот, сейчас попробую. Есть тут и что-то? Ну, есть, зарядочка есть. Сейчас мы попробуем. С вами слегка так.
Так, ну это держать мне тяжело. Ну, пошло. Так, ладно. Золотой, классный. Вы знаете, мы так давно не стригли и не знаем, сколько сейчас стоит стрижка собак. Вовочка, ты еще хочешь? Сейчас дам, на. А Вова тоже очень хороший. Вова золотой. Вова интеллигент. Знаете, он такой интеллигентный, такой хороший. А этот, он очень эмоциональный. Такой прям дворовой, наверное. Вань, Ваня, смотри мне. Опять в обувь пошел. Медвежонок, да. Вань, красавчик. Это хороший очень. Так, нет, вы знаете что? Я ему протираю, конечно, лапки, а мыть его нельзя. Если вот грязь когда-то, обязательно надо прямо наливаем в тазик водички, моем его обязательно. Вы знаете, просто следить за ним, следить, вы не представляете, что он вытворяет у нас. Значит, Светик, никогда я красивой, дорогая, не была. Хочу вам открыть страшную тайну. Я всегда очень переживала, что я... Ну, сейчас я смотрю какие-то свои фотографии. Мне даже нравится. А, вот, Ванечка просто молодой еще. Ваня! Вань! Опять где-то ковыряется. Вот не знаю, если волосы, видите, как у меня электризуется. В общем, электризуется. А, в молодости никогда. И вы знаете, каждый недоволен собой в молодости, думает, вот бы мне быть вот Анджелина Джоли, или там Мишель Мерсье, или кем-то там. И, ну, в общем, я себя тоже не любила никогда в молодости. Может быть, поэтому сейчас и... Вот он. Ну, вот еще один. Ну, вот смотрите, ну, это Ваня, Ванечка. Ванюш, посмотри вот сюда. Вань, вот, вот. Ну, сделай ушки. Сделай ушки. А ты что, пришел сразу? Ну, сейчас я им, конечно, дам. Ну, вот вы видели. А это Вовочка. Это интеллигент. Вот. Это Ваня. Ну, ладно, сейчас я вам дам еще по капельке. Им-то не больно можно. Нельзя. На, держи. На, Вань, на. Господи, это Вова. Вова красавчик. Ой, мои руки уже. Теперь вот они меня послюнявили, нос чешется неприятно. Ой, спасибо, Светик, спасибо тебе. Фотки выложила. Маша выложила фотки. Ну, посмотрю потом. Я сейчас не вижу, потому что... А когда Маша выложила фотки? Маша показывала ваши фото молодости. Ой. Ну, то, что с ними не скучно, я вам скажу, это точно. Ну, вот знаете, как я вам скажу? А, значит, для того, чтобы родителям покупать собаку или какую-то живность, вы сначала должны на прокат взять кого-то. Буквально на 2-3 дня это уже достаточно будет. И проверить, будет ваш ребенок или не будет. И вот тут-то все и выяснится. Я смотрю, у нас во дворе в основном гуляют родители. Родители, там старички, дедушки, бабушки, как я. Да. Перестать, прекратить. Ну-ка иди сюда. Иди ко мне. Иди. Все, лежать у меня. Все. Да. А, так, Оля, как? Да. Санкт-Петербург. Ой, я очень люблю. Печенкина Ольга. Оленька. Вы знаете что? Я вчера прихожу на концерт, причем очень много играть надо было. И у меня вот голова настолько болела, причем у многих болела там голова, но я таблетки не люблю очень. И знаете, руки... Как будто вот пушинки были такие, знаете, вот обычно такие пальцы, они как кости должны быть, когда человек играет много, все. А тут у меня вот как будто пушинки. Ну, все, сиди уже. Сиди. На. Ну, только не приставай к Вове.
И какая-то непонятная мне легкость такая была. Мне это было очень неприятно. Привет из Павлодара. Привет. А где этот Павлодар находится? А? Где он находится? Не знаю. Слушайте, вообще, надо, конечно, знать географию. Но я не знаю. А мама моя знала. Она вообще знала, где что находится, где какая столица. У меня, значит, кружочек есть такой. Потеряла где-то кружочек, не дай бог. Потеряла такой хороший. И там было написано, чего столица, какая-то там, ну... Казахстан присоединился. Отойди от него, не приставай. Вовочка, ну и что ты, мамочка моя? Ну иди ко мне, садись. Иди, иди ко мне, иди веселее ко мне. Пристает к нему. Вот пристает и все, вот знаете, не даст. Ты что пристаешь к нему? Представляете? Все, не дает. Иди отсюда. Сиди. Ну отойди, Вань. Вань, ну отойди уже. Отойди уже. Так нельзя. Нельзя. Пугать буду. Прям невозможно. Представляете? Вот... Пристают и все к маленькому. Не дают поговорить все. Чего? Чего? Это что такое? Ну-ка сидеть. Молодец. Все. Ужас. Да, ревнует. Ваня такой ревнивый. Сидеть ко мне. Сидеть. Он настолько ревнивый, знаете, что он? Он прям не дает ко мне подходить. Что-то у меня такое вот на щеке было. Играть хочет, да. Вовочка любимчик. Я знаю, Вовочка и Маша даже сейчас стала очень любить его. Может, они играть хотят? Конечно, хотят. А кто не хочет? Но Вова не хочет. Вова сидел бы и сидел. Вот он маленький сидит. А тот хочет играть. Ну, принеси мне игрушечку, я тебе кину. Не дадут поговорить, ладно? Тогда надо нам с вами прощаться, потому что не дают поговорить. Вы понимаете, я не знаю, что делать. Тут присоединяется, и не успеваешь помахать вам. Не дают, они хотят играть, это правда. Но играть мне тоже некогда. Вообще, когда мне играть с ними? Приезжать. Ой, я так хочу в Дагестан. У Маши очень хорошие подруги из Дагестана. Умочка, Альбиша. Она с ними когда-то ездила на Мальдивы. И много очень у них есть снимков таких хороших, шикарных. Кто-то еще ко мне присоединился. Так оливье с вами не сделаем. Я уже, когда, наверное, сделаю, тогда и покажу. Леночка, ну видите, они прям не дают мне поговорить с вами. А вы смотрели у Маши? Мы там в Телеграме есть. Вы говорите, кто цветы подарил? Там в Телеграме. Она выкладывает очень много всего. Вы видели Машеньку? Ну, то есть это можно, наверное... И я там, у нас один с ней Телеграм-канал. И если мы не выходим здесь, то там выходим. Она меня там тоже показывает все время... Вот, в Телеграм-канале. А вы не видите? Вы подписаны в Телеграм-канале на Машулю и на меня? Ну, у нас один Телеграм-канал. А вот ВКонтакте у нее свои, у меня свои. Она мне завела ВКонтакте. Но я даже не успеваю туда. Ну, из-за того, что я к концерту готовилась. Поэтому, наверное, не успеваю. Привет, как дела? Да ничего, вот видите, с вами разговариваю. Пока разговариваешь, хотя бы не разучишься говорить, потому что... Если все время молчать, ну или говорить там, знаете, так. Вообще не понимаю телеграмму, кто-то вот не понимает. Вы знаете, я настолько тоже привыкла уже, и там даже... Надо выйти как-нибудь в Телеграм-канале мне тоже, посмотреть, как это вот проходит прямой эфир. Интересно даже. Здесь-то мы вот общаемся, а там такое окошечко, вот такое маленькое окошечко. Ну да, все равно помещается, да, вот так.
немножко помещается. Можно поговорить, но не так уж, как здесь. Подписчики везде, смотрю, только тут Инстаграм любимый. Да, вот. А подписаны везде, не смотрите, да? Ну, чего же вы не смотрите? Они там выкладывают, стараются все для вас. А, привет, Машенька. Спасибо. И очень приятно, когда вы там, знаете, не просто посмотрели. Вот как здесь вы же пишете, и там тоже приятно, когда вы что-то напишете, какую-то свою оценку дадите, что нравится, что не нравится. Это очень приятно всегда, знаете, честно вам скажу. Ой, я вот эти новости все время пишут, какие-то новости, я уже не успеваю, знаете что? Помахала, резник помахала. Ну, я вот помахала вам, понимаете, я смотрю, пока могу. Смотрю вас давно, Лоровский, как у вас погода. Я вот рассказывала, погода, у нас снежок везде лежит. Он еще не растаял, потому что холодно. Руки мерзнут, как зимой, даже больше, какое-то прям ледяное. Вот ледяной какой-то ветер. Поэтому... А, вот видите, пишут про Телеграм, что не нравится. Ну, товарищи, а что делать? Мы вынуждены теперь сидеть в Телеграме все. Ну, да, цвет у меня шикарный. Цвет мне так нравится. И мастер очень понравился. Он такой приятный, добрый такой со мной был. Мне очень приятно. Иночка, Веснушка. Когда на дом в гости? А, не знаю, когда. А что там, кстати, на доме-то? В Минске весна, да? В Белоруссии весна. Спасибо, Ириночка, спасибо, Снинкина. Что-то я спросила и забыла. А, про Минск, по-моему, что-то спросила. Вы знаете, тоже сама по себе белая. Я не белая. Ну как, я не вся белая. Потому что лезут вот здесь, вот волосы черные лезут еще. Непонятно, откуда они берутся. Хотя должна бы уже полностью... Интересно даже посмотреть, если я полностью седая буду. Но я не хочу. Потому что, вы знаете, я вот иногда вижу полностью седых... Кому я помахала? А, Светлана. И сразу вот видна старость. Но мне не хочется еще быть старой. Ну, все-таки, вот понимаете, когда покрасишься, да в такой цвет красивый, перламутр, перламутрово-розоватый такой, то очень мне нравится. Даша. Помахала Даша. А, Ваня! А вот я спросила про дом 2. Почему Ванечка расстался? Я не знала. Ой! Да, ну-ка расскажите, а почему они расстались, а? У вас сейчас все новости узнаю. Потому что я сама не смотрела, мне некогда было. Сильвестров, привет. Любовь. Привет, Любочка. Привет. Дашенька, доброго дня. Татуанов. Ну, привет. Через точки все. А, вы знаете, Терентьева. Алена, я, конечно, поздороваюсь с вами, но вы знаете, у меня эта фамилия так неприятно из-за того, что очень много писали. Писала какая-то Терентьева. Я вот не помню, кто, кстати. Ну, может быть, где-то и вспомни. Не нагулялся? А что, он опять с кем-то, Ванечка? А, помирились уже. Нет, Ваня хороший очень, Барзиков. Он очень хороший, Ваня. Но, конечно, в жизни ведь всякие бывают ситуации. Но он к Машеньке всегда хорошо так относился. Я вот за это Ваню люблю. Ваня всегда хорошо относился. И... Они ездили на какой-то... Ну, куда-то их посылали, когда они были на Сейшелах. Давно не смотрели, я тоже. Давно не смотрела. Вот прям некогда мне, вы знаете, некогда смотреть. А Ваню я бы посмотрела. И я видела эту Кристину Бухенбалте. Я ее видела у Мурмадины, когда мы делали там макияж, Машенька делала. И она делала. Она всегда шикарно выглядит. Она такая... Худенькая, у нее фигура очень хорошая, прекрасная. Флиртует с другими девушками. Ну, вы знаете, что я вам скажу?
если там все хорошо в паре, ну, хотя и были такие пары, взять вот, кто никогда ничего не изменял, это вот, как его, Купин, по-моему, Лёша, да. Вот он никогда, по-моему, Майе не изменял, поэтому вот они всегда... Ну, там, если нет какого-то трэша, нет чего-то такого, то вам же самим будет неинтересно смотреть. Поэтому Ваня дает огонька. Он, наверное, флиртует тихонечко. На самом деле верен Кристине, я думаю. Он уже, думаю, не будет очень бегать. Вот. Так что... Ой, что-то я не то нажала. Я иногда нажимаю на солнышко, на рожицу вместо поздороваться, и мне сразу выскакивает. Да, Кристина, она очень эффектная, очень эффектная. И Маша так иногда говорит кому-то там, девчонкам, вот Маше очень нравится фигура этой Ани Брянской, она всегда говорит, вот, вот Анечка, говорит, может, и есть все, и все равно худенькая. Да, она всегда, ей нравится очень эта фигура Брянской Ани. Она говорит, какая хорошая фигура у нее. Так, я кому-то помахала еще, ребятки. Кому я помахала? Анна, профи Анечка вам помахала. Наташа, Наталья Зингер, певец. Вы поете, да? Зингер, наверное, это певец, нет? Ну, хотя я могу ошибаться, это по-немецки Зингер, да? Или вот я не помню. Ну, мне что-то так кажется. Финдеева. Дорогие мои, ну, значит, что я вам могу сказать? Приходите. Маша, кстати, вот вы, если говорите, что вы отмечаете, а у Маши же Марунова 888, ее аккаунт основной, а у нее еще есть лайт. Да, Ань тоже огонь. Вот, у нее есть еще вот основной аккаунт. Марунова 888 и Телеграм. И там, где Мару 888, наверное, есть ссылочка. Да, у Машеньки моей тоже фигура замечательная. Талия у Машеньки тоненькая. Шуба. Побольше так. Так. Там талия вот так вот. А потом раз. Так. Сразу. Вот. Ну вот я хочу всем, конечно, помахать. Очень хочу. Вот я вижу вас, Вера. Кому-то помахали Фра. Или Фра. Еще один. Еще одна ночь. Да, помните?